Лер, поздравляю с победой. Вышла в старте, сделала дубль. Прокомментируй свои эмоции после матча. Я очень рада, что мы выиграли в первую очередь. Очень рада забить два гола, потому что за сборную России я дубль еще не делала. Спасибо команде за то, что создали такие хорошие моменты. К сожалению, получилось не все, что говорил нам тренер перед игрой, что мы вообще планировали, что нарабатывали, но главная победа, а остальное, над остальным будем работать. Первый гол особенно красивый у тебя сегодня вышел. Вспомни, как получилось, как забивала. Я не знаю, не помню точно, но вроде Диана, вратарь наш, точно передачу на Риту сделала. Рита отдала Тане Петровой. Я уже видела, что там за спиной есть зона, и видела, что Таня готова. Просто отвернулась, побежала, и мяч оказался под ногой и ударила. И попало просто великолепно. И последнее, что скажешь нашим болельщикам по итогам двух матчей и по итогам этих сборов? Спасибо, что поддерживаете нас. Не знаю, что еще сказать. Просто большое спасибо, что вы у нас есть, и мы будем дальше радовать и болеть за сборную России. Все, спасибо большое.